Привет, друзья! Меня зовут Тимур Ведерников. Мы находимся в магазине «Мусторг», и сегодня я вам расскажу о гитаре Yamaha FSX-315. Эта гитара была выпущена специально для магазина «Мусторг», и больше она, кстати, нигде не продается. Это очень хороший вариант, доступный вариант для тех, кто хочет научиться играть на гитаре, для начинающих и для тех, кто уже начал играть и концертирует в каких-то небольших своих ансамблях и группах. Здесь за небольшие деньги вы получаете минимально достаточный набор всего, что нужно гитаристу. Во-первых, удобную, хорошо звучащую гитару с очень удобным грифом, тюнер и звукосниматель, который, в общем-то, очень прилично звучит. На ней также можно аккомпанировать с помощью медиатора. Она также неплохо звучит в сольном режиме. Немножко испанская почему-то получилось. Так что, друзья мои, если вам нужен качественный, хороший, не очень дорогой инструмент, то я думаю, что гитара Yamaha FSX-315 – это замечательный выбор.